заходим в отель Ничанг Палас. Он находится в центре, на полуторной береговой, я бы сказала так. Я покажу потом, почему. Вот это запах, хотя благовоний такой специфический. Ничанг Палас отель. И вот на зону ресепшн. Я поднялась в ресторан или спустилась, слушайте, с этими лифтами с ума сойти. Здесь проходит питание у туристов. Слушайте, ну прям такой сегодня конференц-зал. Наверное, они готовятся к свадьбе. Но если у них так всегда, респект, конечно, ребятам. Это у нас Ничанг Палас. Показать обед и ужин. За 200 тысяч долларов, слушайте, вообще ничего не видно. Заказать комплексное меню. На русском в отеле не разговаривают. Слева от ресепшн еще зона, такая интернет-зона. С балкона. А супериор дабл? С балкона. А супериор дабл без. Где-то за домом, наверное, точно. Значит, супериор севью. Да, вот оно, море, что вы. Да, наговариваете. Да. Севью, боковой, да, на севью. Балкончик, конечно. Посредственный, но балкончик. Слушайте, ванна хорошая. Огромная просто. И номер огромный, ванна огромная. Ну почему нету шторки? Типа снит 100 долларов. Да, у них своя территория на пляже. Да, все включает. И вот лежаки, и зонтики, и пляжные полотенца. Открыто с 6 утра до 4.30 дня. Что? 4.30. Зона пляжная. Зона пляжная. Со скольки еще раз? 4.30 на дорогу. Тренажерный зал есть, бассейн есть, пляж включается через дорогу. Ну и все, как обычно. Спа. В Ничанг Палас бассейн. Ну, я не скажу, что он большой. Но есть детский, то хорошо. Вид, кстати, на горы. Вид красивый. Зонтиков, лежаков немного. Есть бар. Ну, вот оно. Вот вид на море, но он такой, тоже будет боковой. Планируете путешествие? Обращайтесь к нам. Наши менеджеры помогут организовать отдых вашей мечты. Звоните нам по телефонам, указанным на экране, или контакты, которые будут в описании под видео. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.